Сейчас я покажу, как связать язычок для колокольчика. Начинаем также, довязываем до того места, где у нас вот этот круг заканчивается, через один столбик, то есть вот этот ряд нужно связать последний. Так, делаю я сначала кольцо. Вот такое у меня колечко. И сюда 5 столбиков. Раз, 2, 3. Так, это мы уже вовнутрь заправляем. 4. И 5. Так, дальше в каждый столбик 2 столбика, будет 10. Раз. 2. Дальше опять. Раз. 2, ну и так далее. Так, дальше через один, то есть вот сюда 2, раз, 2, а в следующий 1, затем опять 2 столбика. Сюда 1. То есть сейчас у нас будет 15 столбиков. Так, а теперь я больше добавлять не буду. Мне нужно связать 2 ряда без добавления. То есть просто я провязываю столбики обычные без накида. Вяжите поплотнее, потому что форма будет удерживаться хорошо. И нитки лучше пожестче взять. Получился почти шарик. Теперь мы будем убавлять через один. То есть я нахожу вот это место, где у меня добавление. Вот оно. Так, и вяжу 2 столбика в один. То есть ввожу крючок, вытягиваю, затем следующую петельку. И затем соединяю одной петлей. Так, теперь один столбик, как обычно. Затем опять 2 в 1. Раз. 2 в 1. Затем столбик 1. Так вот весь ряд нужно связать. Тут ряды маленькие, поэтому не очень сложно. Вот я довязала до конца. Получился почти, прям совсем почти шарик. Вот здесь 10 столбиков у вас должно быть. Дальше мы на 10 будем вязать, так, где у меня образец, будем вязать вот эту вот длинную ножку почти до конца. Так, теперь для того, чтобы он звенел, я купила вот такие вот, но они не очень звонкие, конечно, такие вот колокольчики, вот туда мы его вставляем и вяжем вот эти 10 наши. Замечательные столбика. Здесь немножко неудобно, но ничего страшного. И вот так вот мы вяжем довольно-таки долго. Так, я связала 2. На самом деле можно связать больше, но мне толщина такая не нравится, поэтому я еще 3 столбика уберу. Так, то есть то же самое мы делаем. 2 столбика провязываем в один. Опять 1 столбик и опять 2. В 1 и опять 1. Вот еще один раз нужно будет убрать, и будет здесь совсем маленький кружок получится у нас. Получается вот так. И дальше нужно связать оставшуюся длину, чтобы
чтобы можно было его привязать к верху колокольчика. Я не знаю, сколько здесь рядов, но по длине. Так, сейчас я покажу. Ну, то есть, не знаю, где-то, может быть, 5 рядов. Мне нравится просто, когда выступает язычок. А там вы уже сами ориентируетесь по своей модели. Так, здесь очень узко, я просто покажу. Я вяжу вот так, держу с двух сторон и провязываю. То есть пальчик туда уже не вставишь, чтобы придерживать. И провязываю столбик. Получается вот так. Тут на самом деле 5 рядов. Можно меньше, можно 4 связать. Дальше я закрепляю вязание вот так, через 2 столбика наискосок. Так, все. Вытягиваем ниточку немножко побольше и обрезаем. Так, теперь заключительный этап. Тут нужно вытянуть вот эту нить наверх. Так, вот. И завязать вот эти 2. Здесь 4 у меня, просто я в 2 вяжу. Так, 2 ниточки. Так, вот, получаем готовый колокольчик.